Перед сном дедушка любит пересматривать старые вещи и вспоминать о своих приключениях. Дедушка нашел коробку с пыльными видеокассетами. Вытрем с них пыль и посмотрим, что там записано. Проведи пальцем по видеокассете. Это хроники приключений в темных пещерах. А на эту видеокассету дедушка заснял папу и его брата дядю Кекса, когда они были совсем маленькими. Это видео будет очень приятно посмотреть перед сном. Осталось только найти в темном подвале старый дедушкин видеомагнитофон. Это нам не нужно. Отлично, мы нашли. Как приятно перед сном вспомнить приятные моменты прошлого и мыслями вернуться в эти чудесные дни. На маяке пропал свет. Это очень плохо, ведь свет маяка указывает кораблям путь. Нужно жми на предметы, чтобы отодвинуть их в сторону и найти ключ. А вот и ключ. Похоже, что вышла из строя электронная схема главного излучателя. Восстановим ее. Ох, на панели управления перегорели важные детали. Их нужно срочно заменить. Ищи нужные детали и жми на них. Отлично, работа маяка восстановлена. Ой, ну что это? Пока дедушка ремонтировал маяк, несколько кораблей сбились с курса. Теперь им нужна наша помощь. Найдем плавсредство, которым нужна наша помощь. Води пальцем по экрану и управляй биноклем. Ищи всех, кому нужна помощь. Какая странная труба торчит из моря. А это тоже корабль, только его не видно, потому что он прячется под водой. Это особый корабль, он называется субмарина. Субмарины ныряют очень глубоко. Они исследуют океан и ищут затонувшие сокровища. Жми на экран, чтобы указать путь светом маяка. Теперь можно смело отправляться спать. А хорошие и полезные дела, совершенные нами за день, ярким светом приятных эмоций, укажут нам путь в море сладких снов, как большой путеводный маяк.